Бисмиллахир рахманир рахим. Мигурбан, хам мухаббат иясы булган Аллах исме белән ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Хайрлы сагатта, изге ниятта. Раббым хикмәт белән ач безнең күңелләрне, халкыбыз аңдасын безнең сүзләрне дип дуалар кылмактабыз. Әһле ислам галимнәребез үз тарихын белмәгән һәм тарихы белән дус булмаганнар бәхетсез, үзләренең бөекләрен, мөхтәбәр шәхесләрен белмәүчеләр көчсез. Әдәбияты милләте булмаган милләт рухсыз дигәннәр. Әйе, безне бәхетле дә, көчле дә, рухлы да итүче мөхтәбәр шәхесләребез бар. Алар тарих төпкелләреннән бүгенге көннәребезгә килеп җиттеләр. Бүгенге көнебездә бу шәхесләребез бу кадәр мөһим, бу кадәр әһәмиятледер. Алар тарих сәхифәләребезне яктыртучылар. Әһле ислам галимнәребез милләтне аякта тоткан көч, бер куәт бардыр ки, ул тарих фәнедер. Тарихны ни кадәр яхшы белсәгез, шул кадәр көчле шәхес, шул кадәр көчле илаһиятчы буларсыз дип бәян итәләр. Бүген мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында мөфти заманында мөселманнарның Европа һәм СССР мөселманнарының диния назаратында рәислек вазифасын башкаручы Абдулбари Исаев хакында бәян итәчәкбез. Бу җәһәттән сезнең игътибарыгызга Миләүшә Латыпова әзерләгән сюжет тәкъдим итәбез. В советское время Абдулбари Хазрат Исаев Коран переводит на кириллицу для того, чтобы мусульманам молодежи передавать слово Аллах Тааля. Өч ел элек галим, борынгы кулъязмалар белгече Альфред Бустанов Коръәннең татарчага яңа тәрҗемәсен тәкъдим итте. Аны ул узган гасырда яшәгән имам һәм мөфти Габдулбари Исаев кулъязмалары арасыннан таба. Менә шушы кулъязмалар Абдулбари хәзрәтнең вафатыннан соң 40 ел үткәчтән менә кабат безгә кире кайталар, халык арасында торалар һәм чынлыкта менә гади кешеләр арасында без күрәбез аларның үзләрендә, аларның йөрәкләрендә киң шундый менә рәхмәт хисе Абдулбари хәзрәткә аның хезмәте өчен. Габдулбари Исаев узган гасырда данлыклы Галия мәдрәсәсендә белем ала. Инкыйлаб алдыннан атаклы галим Зыя Камалидан дин һәм шигърият өйрәнә. 20-нче елларда милләттәшебезгә имам булып эшләргә ирек бирмиләр. Илдә вазгыят үзгәрә, дингә каршы хәрәкәтләр башлана. Ул гади эшче булып көн күрә башлый, Уфада йортлар сала. 30-нче елларда репрессиялар башлангач, хәзрәт 6 айга лагерьга сөрелә. Бөек Ватан сугышында катнашып, каты яралана. Илдә тыныч тормыш башлангач, янә дин хәрәкәтенә әйләнеп кайта. 70-нче елларда Уфада яшәп, мөфти вазифасын башкара. Аллаһ Таалага ышанудан башка, иманыннан башка бер нәрсә дә булмаган. Инанудан башка бер нәрсә булмаган. Шуңа күрә аның эзе, аның хезмәте әле дә саклана. Чыгышы белән Габдулбары Исаев Чакмагыш районыннан. Конференциядә катнашучылар арасында шәхеснең якташлары да бар иде. Бездә бит инде динне, дин әһелләрен бик-бик сайтлар Совет заманында да, соңрак та бик теге бик уважать итмиләр иде. Әйтмиләр иде теге. Дин белән бит инде көрәш бар да, шуның өчен әлегә менә шушы менә шушы җыелыш бит инде менә Альфред Бустановның эшләре күрсәтә нинди зур кеше, шундый нык нык зур эз калдырган кеше. Чарада төрле төбәкләрдән җыелган дин әһелләре катнашты. Менә шул безнеңге булган алимнарны кем аны чыгарды? Дин кешеләр чыгардымы? Юк, алимнар чыгарды, фән алимнары чыгарды, тарихчылар чыгарды. Шуның өчен дисәк, менә шул бергә кушылып эшләүнең генә нәтиҗәсе бик зур була бер яктан. Икенче яктан, менә шул бәләкәй генә безнең төгәрәк өстәл булды, әйме? Күп кеше дә түгел, аның нимәсе, хәрәҗәтләре дә күп түгел.
әмма нәтижесі бик зур. Альфред Бустанов сөйләүенчә, әлеге вакытта күп санлы бронх кул язмалар өстендә эшләр дәвам итә. Алга таба без ишетербез шундый зур күләмле мирасыбыз турында. Айрым-айрым шәхесләр турында гына түгел, ә менә русча әйткәндә птичьего полета, ничек итеп менә узын дәвер барышында һәм шушындый киң җирлектә татар мәдәнияте үсеш алган. Нинди китаплар укылган, нинди исемнәр булган, нинди җирлектә нинди фәннәр өйрәнелгән. Габделбары Исаевка багышланган очрашу Уфаның Ихлас мәчетендә оештырылды. Әлеге гыйбадәтханәдә татар шәхесләренә бәйле чаралар еш уза. Мәчет җитәкчелеге киләчәктә дә мәгърифәтчелеккә бәйле проектларны үткәрүдә ярдәм итүгә әзерлеген белдерде. Хөрмәтле тамашачылар, Ихлас мәчетебез бу айларда үзенең тарихының тагы да якты бер сахифаларын ачты. Ихлас мәчетебезгә галимнәребез, зыялыларыбыз җыелдылар. Алар заманында үзенең мөбарәк исемен исламның яшел байракларына алтын укалар белән язган мөфти СССР һәм Европа элешенең үзәк дини разрятының рәисе Габделбарый Исаев хакында фикер алыштылар. Бу түгәрәк өстәлгә Казан мәркәзебездән профессор Альфред Бустанов җанабдары да килгән иде. Ул тәрҗемә иткән Коръан Кәрим китабына дөнья күрсәтте. Ә хәзер профессор Альфред Бустанов сезләргә Габделбарый Исаев хакында бәян итә. Монда булырга мин бик шатмын. Чынлыкта менә шушы көнне мин еллар буе көткән идем, чөнки асылда әлбәттә Габделбарый хәзрәт безнең бик галимбез турында һичшиксез Уфада сөйләргә кирәк. Уфада аның исеме, аның иҗаты, аның эзе тирән булырга тиеш. Аның турында без һичшиксез сөйләргә, белергә, искә төшерергә тиешбез. Бу безнең изге бурычыбыз. До того, как что-либо говорить, вообще что-либо говорить, я бы хотел, чтобы мы послушали голос Габделбарый хәзрәте самого. إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم غشاوة وهم أزلاف عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم. Габделбарый хәзрәт был кари, хафизом Корана, и то, что вы сейчас слышите, это запись, кассетная запись голоса. Запись голоса Габделбарый хәзрәте, когда он делал хатм, он полностью читал, каждый день вычитывал Коран, об этом у него записи в стихах, и поэтому такая быстрая немножко запись. Прежде чем я буду показывать свою презентацию, я хотел бы зачитать письмо, которое пришло от дочери Габделбарый хәзрәте, старшей дочери Габделбарый хәзрәте, Фиханым Исаевой из Душанбе. Написано здесь следующее. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле туганнар. Бүген безнең гаиләбез һәм туганнарыбыз өчен һич истән чыкмаслык көн. Шатлыгыбыз эшебезгә сыймый. Чөнки әткәй гомер буе ислам диненә хезмәт итте. Нинди генә кыйынлыклар башыннан узса да, репрессия, төрмә, качып йөрүләр, ватан сугышы, бер нәрсәгә карамыйча, бөтен фикере ислам диненә хезмәт итү булды. Бер шигырендә әткәй шулай яза. Мин гомергә милләтем дидем. Мин гомергә динемне сөйдем, ислам дине өчен яндым, көйдем, шул дин өчен җанымны бирдем. Динем саклау өчен килдем, ялгызлык авыр икәнен белдем. Мин шуның өчен килдем, динемнең сүнгәнен күрдем. Хөрмәтле динем шәшәк атсын дидем, Такбатулла ялтырып торсын минем. Шуны хөрмәт итә алсам дидем, бәлки каберемдә, каберемдә нурланыр минем. Әткәй ахырда ислам дине галәбә итүенә бик нык ышана иде. Мөфти булып хезмәт иткән чагында бик нык шатланып хатларында яза иде. Менә фәлән авылда мәчет ачылды, фәлән мәчет кешене мулла итеп җибәрдем диеп,
мулаллыққа ұқыдырға Бұхараның Мири Араб мәдрәсінің көп мүйешілеріне жіберді. Иртәнге намаздан соң бик матур таушы білен Құр'ан ұқиды. Әткенің бик көп шағырларында Құр'анға бағышланған ғибәрелер үшірей. Бик көп шағырларының есімі Құр'ан аятларынан оланған. Құр'анны татар тіліне тәржіме итерге Абдулбари хазрат күптен әзірленген еді. Мүфти итеп, ішқа белгеленгеш тәржімені бастырыр үшін мүмкінлік көбірек болыр дейіп, әткей бұл мәселеге жидді рәуіште әзірленіп, тәржіменің құл язмасын 1979 жылда тулысынша башқарды. Ләкін бұл тәржіме Абдулбари хазрат өлгеннен соңына бастырылды. Біз бұл рахматны, қызметні башқартқан үшін бүтін үші коллективні Бустановны тәбрик итәбез һәм үземнең хөрмәтебезне белдерәбез. Муфти Габдулбари хәзрәт Исаевның гаиләсе исеменнән Башкортстан Республикасы мусульман диния назаратына, Русия фәннәр академиясына, Уфа гыйльми тарих, тел һәм әдәбият институтына, Уфа шәһәре Киров районының мусульманнары Ихлас мәхәлләсенә зур үзебезнең зур хөрмәтебезне һәм илтифатыбызны белдерәбез. Исаевлар гаиләсе. После этого введения я бы хотел рассказать о наших отношениях с семьей Исаевых и с наследием Исаева, и с тем удивительным, той удивительной историей, которая произошла с нами. Многие из вас знают, что я историк, я занимаюсь древними рукописями, и это смысл моей жизни на протяжении уже многих-многих лет. Каждый день моей жизни наполнен чтением древних текстов. И в 2013 году мы работали в деревне Средняя Елюзань в архиве многоуважаемого льва ислама Аббаса Мархум Бибарсова. Со студентами, с нашими ребятами, учениками уже на протяжении многих лет занимаемся изучением этой богатейшей библиотеки. Аббас Бибарсов известен тем, что он еще в середине 50-х годов собирал рукописи, старые книги по всей России, сохранил их для нас. И это богатейшее наследие сегодня находится и в цифровом виде. Мы уже вот подступаем к тому, чтобы выложить в открытый доступ полностью все эти книги. И вы просто одним кликом можете на своем телефоне это из любой точки мира посмотреть, изучать и участвовать в том, чтобы все эти вещи возвращались. Какое отношение это имеет к Абдулбари Исаеву? Дело в том, что Аллахның рахметы, в 2014 году я переехал в город Петербург, получил профессуру в Европейском университете и я хотел жить возле мечети. Снял квартиру возле мечети. И что вы думаете? Мой сосед по подъезду, Гали Исаев, сын Абдулбари Хазрат. Сколько народу живет в Петербурге? Там, наверное, миллионов 7, может быть, 10. Из этих там, 5-7 миллионов, 10 миллионов, два татарина, один из которых историк, а другой сын муфтия, они встречаются, они живут в одном доме, и между нами завязалась дружба. Ну что это, если это не Аллах Таалянің тәкдире? Причем, не шутки, все, что я сейчас буду говорить, это я говорю только для того, чтобы вы понимали, насколько велика наша религия и насколько велик Аллах Тааля. Потому что агарда бой бирлер нын кирек булмасайды, хищ язык колмаган булар иди. Излеген булсан да таба алмасыйды. А мында Аллах Тааля шулай бере. Кил, міне, таныш, үйрен. И мы познакомились с Гали Абдулбариевичем. Как только он открыл дверь, я сразу увидел чуть ли не самого Абдулбари Хазрата, потому что они очень похожи внешне. И между нами завязалась дружба. Я очень благодарен Аллах Тааля, что вот мы уже столько лет вместе. И оказалось, что весь архив, многолетние труды Абдулбари Хазрата были сохранены его семьей. Уже нет, уже больше 40 лет нет на земле их отца, но они хранят этот аманат. Хранят, несмотря ни на что, несмотря на то, что, может быть, они где-то не смогут прочитать эти рукописи, не знают, как их можно применить. Но они ждали тот день, когда Аллах Тааля нас познакомит, и мы сможем это вернуть людям. Вернуть вам, вернуть людям, татарам, не татарам, мусульманам, любым людям, которым это важно и интересно для будущих поколений. У Абдулбари Хазрата очень богатый архив. Когда мы говорим о наследии мусульман России, ну вот, здесь как бы сомнений нет никаких, что вот это наша история. Это история мусульман России. Чем интересен архив Абдулбари Хазрата? Тем, что
он не только сохранил информацию о себе самом, свои стихи, письма, дневники, переписку, но и огромный пласт сведений вообще о ученых ислама в советский период. Вот здесь можно видеть целый ряд, целую плеяду богословов и ученых прошлого. И не то что изображения которых, даже имена которых многие из нас даже и не узнают. И нам должно быть стыдно поэтому, потому что у нас, особенно у молодых людей, такое ощущение, как будто вот до нас вообще мусульман не был. Мы первые мусульмане вообще здесь. Брат акида, брат шалбар, брат борода. Практически всю жизнь Абдул-Бари хазрат был включен в работу муфтията, в среду ученых-богословов Советского Союза. Он в очень хороших отношениях был с Шакир хазратом Хейлединов, в родственных отношениях. Он долгое время был имамом в Ленинградской мечети, долгое время был имамом в Уфе. И всю свою жизнь занимался работой, посвященной Корану, посвященной хадисам, посвященной сунне. В архиве Исаева сохранилось огромное количество фотографий. Огромное количество. Сейчас одна из моих аспирантка пишет диссертацию, посвященную вот именно фотографиям из этого архива и ряда других из архива Аббаса Хазрата. И здесь мы видим, насколько понимание религии, оно у Абдул-Бари Хазрата было частью его личности. Насколько религия – это не просто и не только чтение намаза, внешний вид, речь, то, что для нас сегодня кажется главным. Внешняя сторона, захир. А когда ты смотришь на фотографию, ну тоже захир, да? Внешняя сторона. Но ты чувствуешь, что религия является частью повседневности, что человек воспитан в этом мире. Он, вот это ислам, как он есть, татарский ислам. Это российская многовековое наследие ислама, которое представлено вот в одном человеке и в его изображении. И если мы этого не чувствуем, тогда вот нужно разобраться в своем сердце, потому что значит что-то не так. Значит, что-то не так с нашим пониманием ислама. А Абдул-Бари Хазрат был поэтом, помимо того, что он был богословом и замечательным человеком. Он много оставил автобиографических стихов, в которых восхвалял Аллаха, в которых описывал все свои невзгоды, в которых он в стихах обращался к своей жене, которую он нежно любил всю свою жизнь. Это те стихи, в которых ты чувствуешь, что такое кораническая культура. Что Коран – это не только книга, которая на полке стоит. Это не только книга, которую мы читаем раз в год, когда мы вспоминаем, что Рамазан пришел, да? Это опять же вот кунгель оша, уткарген, сюзляр. И в стихах у него это чувствуется. Вот так, в таких рукописях огромное количество стихов Абдул-Бари Хазрата, которые начинаются с 30-40-х годов, вплоть до его смерти. Некоторые даже записаны на аудио. Всю свою жизнь Абдул-Бари Хазрат занимался изучением Корана в разных аспектах. И здесь как раз вот та история, которую я хотел вам рассказать. Это удивительная история. Сначала Абдул-Бари Хазрат составил карточки, на которых каждый аят, карточка, текст и перевод его на татарский язык. Это где-то 50-е годы. Потом он сделал маудува и тарджима. То есть по разделам, там одежда, отношения, там статус женщин, там фикховые какие-то вопросы. Это все у него распределено. Порядка 2000 листов исписаны убористым почерком, в которых присутствует оригинал, перевод по тематике. Потом он перевел это все в кириллицу, на кириллический шрифт. В советское время, в атеистическое. Сейчас мы говорим мусульмане, что нам запрещают. Нам не дают то, нам не дают все. Не нам запрещают, у нас иман слабый. В советское время Абдул-Бари Хазрат Исаев Коран переводит на кириллицу для того, чтобы мусульманам молодежи передавать слово Аллах Тааля. Он всю жизнь это делает. При жизни ему не удается это напечатать. Ему читают джаназа. Все, ты сделал. Ты сделал усилие, ичтихад.
В мире, в котором ты не видишь, что у тебя есть последователи, что у тебя есть спонсоры, что у тебя есть мадресе, что у тебя есть там, ну я не знаю, все, что у нас сегодня есть. Фирмы, корпорации, президенты. У Абдул-Бари Хазрата ничего этого не было. Вообще ничего не было. Аллах Та'аляга ишанудан башка, иманынан башка бір нәрседе болмағанын. Инанунан башка бір нәрседе болмағанын. Шуа көре аның ізі, аның қызметі әлі де соқланған. Бізден нәр соқланашақ, мен білмейм. Так вот, ему читают джаназа, все, книга закрыта. Он сделал от себя зависящее. Все. Проходит 40 лет. Вот эта книга, которую вы сейчас держите в руках, она выходит в свет. Вот ты сейчас делаешь, вот сейчас, какой должен быть иман сильный, какая должна быть убежденность, что ты делаешь это фи сабилилля. Вот мы много говорим, брат, ради Аллаха я делаю это. Я это делаю вот просто так. Я делаю там, чтобы в ахирате. Это все, дорогие мои друзья, слова по сравнению вот с этим. Умер человек. Джаназа прочитали, все. Битте. Рукописи останутся, не останутся. Аллаху алям. Ты это сделал? 40 лет проходит. 40 лет проходит. И эта книга выходит, и она есть у многих очень людей от Петербурга до Иркутска. Харбер татар кишесе, мы на шуши китапне укивала. Интернет тада бару. Мы на шушинды тарихны біле тұрып, неже кетіп сен Аллах Тааляға ұшана алмайсың? Шушы түгіл ме дағват? Шушы түгіл ме Аллах Тааляға шақыру? Абдул-Бари Хазрат сделал то, что удивительно, это вот хотя бы толечка, какая-то вот хотя бы фрагмент этого, этой судьбы, если бы к каждому из нас было бы, это, конечно, большое счастье. Сделать в своей жизни усилия, несмотря ни на что, так, чтобы после твоей смерти в будущем люди получили пользу и люди бы принимали ислам. Не сейчас слова, а садакату джария, как она есть. Вот просто тагрифуху, это вот это садакату джария. Ты умрешь, люди будут получать садака, то есть садака будет тебе идти от благодеяния, которое остается после твоей смерти на протяжении десятилетий. Это ли не насыха, это ли не наставление? Мне кажется, даже у самого черстого человека, у которого вместо сердца там бамбук, ну, не знаю. Я, честно говоря, вот у меня всегда подступает вот сюда, когда я думаю об этом, когда я людям рассказываю об этом, у меня вот сюда подступает. Потому что так не бывает. Все, что касается наследия Абдул-Бари Хазрата, вот валлахи, я никогда не говорю людям, давайте сделаем, давайте поможем, давайте расскажем, давайте. Потому что Аллах Тааля свою религию не оставляет. Он сам ее защитит. Он в нас не нуждается. В таких слабаках, как мы, Аллах Тааля не нуждается. В то мощное наследие, которое Абдул-Бари Хазрат оставил, Аллах Тааля его защитит. Мы видим вот это вот. Мы видим даже в таких мелочах, которые мы сделали, это только потому, что Аллах Тааля видит в этом ценность. Огромное наследие Абдул-Бари Хазрата. Вот здесь видите, да, как это все выглядит. Вот эти цитаты из Корана, которые он часто просто писал из головы. Он все это знал наизусть и так чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да, такой уверенной мастерской рукой. А что сделано до сих пор? Наверное, можно было бы сделать много. Мы с долгими вечерами разговаривали с Галиабой, говорили, что или мечтали, что должен быть отдельный вообще институт, в котором люди будут заниматься наследием Абдул-Бари Хазрата. До сих пор мы сделали два издания татарского тафсира Абдул-Бари Хазрата общим тиражом 2500 экземпляров. То, что вот вы сейчас видите, держите в руках, это вот эта книга. Аллах Тааля разыбулсын от тех людей, которые участвовали в этом организационно, финансово и так далее. Тут «Ислам Дейне» вышел, богословский Абдул-Бари Хазрата. Две диссертации, посвященные его архиву, в процессе сейчас пишутся в Амстердамском университете. Несколько научных статей, лекций в интернете, которые вы можете найти. Нами полностью оцифрован архив Абдул-Бари Исаева и каталогизирован. В ближайшее время, я думаю, он будет также доступен в интернете полностью. Все, что написал Абдул-Бари Хазрат, вы сможете с этим ознакомиться в интернете. Что нужно сделать? Это не вам адресовано.
Я не хочу, чтобы саваб, который происходит от прикосновения к этому наследию, сильно расходился. Шучу, да? Еще раз повторяю, никогда никому не говорю, давайте поучаствуем, давайте сделаем. Аллах-то меня не будет, нас всех не будет, все равно это наследие, наследие наших ученых будет продолжаться. Если в нем есть баракат, если в нем есть милость Аллаха. Предметный тафсир, который я уже упоминал, Маудуай Тарджима, который сделал Абдельбари Хазрат Исаев. Порядка 2000 страниц убористого почерка в оригинале и в переводе. Субханаллах, вот многие из нас столько вообще написали в своей жизни. Хотя бы хоть всего чего-нибудь. А это профессиональная коранистика на татарском языке. Субханаллах. Вот. Мне 34 года, да? Нельзя сказать, что вот с возвращением ислама у нас мало что сделано. Много чего сделано. Студенты отучились, медресе построены, мечети возведены. Но ощущение это, хазраты. Мухтарам джамаат. Вот можно ли сказать, что мы сделали все от себя зависящее? Что мы вернули имена наших ученых, которые ради Аллаха и для нашей пользы старались? Это наследие, оно с нами или нет? Нет, конечно. Нет, конечно, не с нами. Конечно, не с нами. С нами все, что угодно, но только не наше наследие. Мы наше наследие, вот оно на языке, мы говорим там через запятую, такой-то, такой-то, и мы о них ничего не знаем. Это значит, что на самом деле мы думаем, что мы первые мусульмане вообще. Нам не надо тарбия, нам не нужен пример. Нам не нужен пример наших бабаев. Нам не нужен пример и труды, которые оставили после себя поколение наших предшественников. Поколение. Тафсиры, которые писались татарскими богословами в начале 19 века. Огромное количество рукописей, которые сейчас хранятся в разных местах. Здесь, в Уфе. Мы можем сказать, что у нас все хорошо в этом плане? Аллахның рахматы, вот в эти дни, вот сейчас мы с вами разговариваем, в Казанском федеральном университете разворачивается масштабный проект по полной оцифровке всех рукописей и старопечатных книг, которые там хранятся. Порядка 30 тысяч книг будут оцифрованы, выложены в интернет для бесплатного пользования. При поддержке руководства Республики Татарстан, компании «Татнефть» и университета. Аллахның рахматы. Вот эта работа, вот это движение вперед. И я хочу, чтобы вот присутствующие здесь имамы, хазраты, родители, мамы, отцы, чтобы мы, воспитывая своих детей, помнили о том, что мы, что до нас вообще много чего было. И это очень важно, это настоящая ценность. Настоящая ценность это. Потому что если бы это не было ценностью, «Эзэдэ колмаган булрэйдэ». «Брынэса колмаган булрэйдэ». Аллах Таля все равно для нас, для обрусевших, беспечных, атеистических татар и башкиров оставил это наследие. Для того, чтобы мы, может быть, немножко бы одумались бы и подумали бы, что мы своим детям будем передавать, что от нас останется. Здесь можно книги издавать, можно брошюры делать, можно говорить об этом. Но самое главное – это то, чтобы то наследие, те ценности, которые веками вырабатывались на нашей земле, они были с нами в воспитании. Чтобы мы видели в своих внуках, во внуках, те ценности, которые мы читаем в этих книгах. Я каждый раз, когда смотрю на своих дочерей, я думаю об этом. И это очень сложно. Вот у кого дети есть или внуки, это же сложно. Вот это наследие, эти имена, это просто чтобы для политики, это просто чтобы мы вот на конференции могли выступить там, вам похлопали, для высокомерия, чтобы вот я такой умный, я об этом знаю, а вы нет. Это все глупости. Почему? Потому что будет смерть, и все это уйдет. Абдельбари хазратны улюнан сон крак ел уйтеде ул барбер кола. Барбер кола. Ана шулай, ахлы сүннәт китапларыбызда бәян ителгәнчә, галимнәргә хөрмәт һәм шәрәф күрсәтү, ул бик мөһим бер
фазилеттер. Ул милләтнең киләчәккә булган юлын яктыртудыр. Бүгенге программабызны без Рабымыз Аллаһ безләрне Коръансыз итмәсен. Аллаһ безләрне имансыз итмәсен. Аллаһ безләрне ватансыз итмәсен. Аллаһ безләрне байраксыз итмәсен. Аллаһ безләрне ватансыз итмәсен дип дуалар кылмактабыз. Алух ватаныбыз Русияда һәм Жаннат кебек мәмләкәтебез Башкортстанда бәхет кояшыбыз, җиһан кышагында иминлек йолдызыбыз балкысын. Бүгенге программабыз инде ахырына якынлашты. Исән, именлектә, бик якында күрешүләр насып әйләсен.